То, что этот гараж явно отличается от других, можно заметить по этой стене. А если спуститься в подвал и пройти немного дальше, то можно увидеть вот эту необычную веранду, сделанную, как говорит хозяин гаража, своими руками и из подручных материалов. Цемент, камни, дерево, металл и краска – это почти все, что понадобилось Сергею Савченко, чтобы построить свой гараж. Однако гаражом это помещение назвать можно условно. Машина здесь, как говорится, и не пахнет. Вверху, где обычно ставят авто, находятся музыкальные инструменты, а в подвале вообще построен камин. Дальше – больше. Это веранда, которую Сергей Савченко построил на обрыве. Он говорит, что когда-то здесь была обыкновенная свалка. Было такое время тяжелое, середина 90-х годов. Я работал на заводе художником-оформителем. Естественно, кого сократили первых, это сразу убрали художников. Это совершенно естественно. Естественно, возник вопрос, если я хочу продолжать себя видеть в этой профессии, значит, мне нужна мастерская. Вот я принял такое решение, как бы построить гараж и на базе этого гаража сделать себе мастерскую. То есть такая идея как бы синтезировалась, что создать гараж как мастерскую, а потом уже со временем эта идея с верандой пришла в голову. «Я творческая личность», — говорит Сергей Савченко. И свои фантазии, и творческие возможности он воплотил в гараже. В этой веранде все не просто так. Каждая скульптура что-то обозначает. Вот, например, это, скажем так, работа. Она олицетворяет несовершенство нашей жизни. Вот как наша жизнь, она такая вся какая-то немножко поломанная, немножко неправильно развивающаяся. Вот я хотел как бы выразить этой скульптурой, эти вещи. Сама веранда состоит из нескольких частей. Здесь за столом можно пообщаться с друзьями, говорит хозяин гаража. Дальше территория, где можно посмотреть на небо. А здесь пожарить шашлык. И вы видите, какой тут огромный горизонт, шикарный, просто шикарный горизонт, который иной раз бывает и вдохновляет, и снимает стрессы. Все это обозначает мой внутренний мир. То, о чем я думаю, то, о чем я мечтаю, может быть, даже какие-то мои мечты, которые не осуществились, я пытаюсь их выразить каким-то таким образом. Почти 10 лет Сергей Савченко создавал веранду в своем гараже, но на этом останавливаться он не собирается. Говорит, что сейчас строит еще один гараж для сына и уже знает, чем удивит нас в следующий раз.